Привет, привет. Сегодня будет видео маленькое, но зато у нас появился новый жилец в семье. Это хомячок. Назвали мы его Пушок, в сокращении Пуша, по-ласковому, Пуша. Вот сейчас я вам покажу его клеточку. Такая у него клеточка, вот у него домик, там я крышу сняла. Вот она, у него там колесо, труба, по которой он поднимается. Мы ему ложим пока вату вместо опилок, потому что он ее очень любит. Он в ней зарывается, делает из нее домик. И вот, короче, ему нравится очень. Опа, ему 2 месяца. Еще в этой клетке есть оранжевая кормушка. В домике тоже есть вата. Он у нас есть также семечки. И давайте я вам его достану. Есть 2 хода. Это вот этот вот. И опа, наверху. Вот. Ну, я до конца не буду открывать. Давайте я достану хомячка. Он у нас очень шустрый. И вот и наш Хома. Опа. Это порода хомячка Джонгарик. Чистоплотные зверьки, как я их называю. И он коричневого окраса. Вот такой у него окрас. Извините, что я его так с ним обращаюсь. Он у нас очень шустрый. С ним надо постоянно играть. Кстати, извините, что видео долго не приходили. И сейчас смотрите, у нас рядом сейчас сидит тигра. Вон он. Давайте я вот так поставлю. Ай! Упал. Опа, ой, ай. Он убегает. Он хороший такой. Также я забыла сказать, что у него в клетке еще есть поилочка. Давай. У него колесо что-то сломалось, поэтому мы будем покупать ему. Может, на это будет влог. Кто знает. Опа. Давайте просто тихо последим за этим маленьким шустриком. Тигрон, тебе интересно, да? Интересненько. Они с нашей Хомой друзья. Ой, у меня легкий насморк. Поэтому вот так вот. Вот этим крутится в колесе. Воду он очень часто пьет. Вот уже я смотрю, у него уже воды нету, хотя набирала воду вчера. Вот. И обязательно, вот я узнала, что надо, чтобы кнопка, вот эта вот кнопочка, она не запутала. То вот раз, и она уже исчезла раз. Ее уже нету, и хомяк не может пить. Поэтому кнопка всегда должна быть. Это, и воды уже вот нету. Вот вчера набирали, он за весь день выпил всю воду. Я набрала моему Хоме воды. Сейчас я ставлю. Кто хочет, чтобы видео выходили еще с Хомкой нашей, ставьте лайк. Сейчас мы, наверное, переместимся на пол. Вот мы сейчас на ковре, вот она клеточка. Сейчас я попробую выпустить хомячка. Мы его уже выпускали, он у нас уже как недельку. Просто я не могла снять видео из-за того, что он сейчас... Ну вот сейчас каникулы, я буду снимать, ну, может быть, каждый день. А так вот, у меня до этого не могла я снимать, потому что у меня была музыкальная школа, обычная школа. Потом я занималась еще борьбой айкидо. Если хотите подробнее не узнать, будет на это видео, если вам захочется. Выпустим хомяка. Я выпустила хомяка, он сразу же куда-то бежит. Вот он. Опа, давайте. Опа,
Как вы видите, я его еле-еле ловлю. Ой, ой, ты куда? Ой, вот он наш Хома. Опа. Все, он сразу же бежит. И он так любит свою клетку, что он не хочет из нее бежать. А, я камерой не успеваю за ним. Вот просто не успеваю. Опа. Ну, там котик мяукает, потому что я его закрыла. Но все-таки пока страшно их чуть-чуть вот так вот близко держать. Но мы пытаемся. Хотите видео с Хомой? Ставьте лайк и пишите комментарии. А с вами была Виктория, наш Хома Пушок и котик Тигра. И мы вам говорим пока-пока. Заходите к нам еще.